Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Встречаю вас в очередном уроке. В этом уроке я подготовил для вас виджет, который позволяет делать вот такой эффект конфетти с любым вашим текстом. А давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим данный виджет. Из библиотеки виджет, как обычно, я перетаскиваю на холст. И давайте рассмотрим настроечки. Первое поле Title. Здесь вы пишете любой свой текст, там, где у вас будет эффект конфетти. Писали текст, нажимаете Enter. Дальше у нас есть два бэкграунда, два цвета, два оттенка. Вот как раз это и есть конфетти. То есть вы кликаете по квадратику и выбираете любой оттенок вашего конфетти. Например, возьму вот такой. И второй бэкграунд. Выбираете какой-то еще цвет. Дальше font size — это размер нашего текста. Давайте попробуем сделать побольше. Поставлю 80. Нажимаем Enter. И последняя опция – это межстрочное расстояние. Если у вас длинное предложение, состоящее из нескольких строк, и оно у вас не в одну строку, а делится, например, на 2-3 строчки, то между словами вот здесь вот можно задать межстрочное расстояние. Вот все настройки, в принципе, данного виджета. Что еще можно сделать с данным виджетом? У нас остался текст по умолчанию черный. Нам, например, это не нужно. Мы выбираем инструмент «Текст», выделяем виджет перед этим. И вот здесь, как обычно, тексту мы меняем цвет. Ну, я возьму, например, поставлю белый цвет текста. И, конечно же, шрифт. Также переходите, как обычно, в шрифт и меняете на свой шрифт. Данный текст в этом виджете изменится. Вот, у меня текст стал более жирным. Давайте посмотрим, что у нас получается в браузере. А у нас с вами все хорошо получается. Вот вы видите конфетти и те цвета, которые я им назначил. У нас с вами все работает. Вот такой вот маленький виджет. Данный виджет вы сможете скачать у меня на сайте. Ссылочка будет под этим видео. На этом здесь все. И увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!